Доброго времени суток, люди добрые. На канале Ренабар Дальнебой со мной. Мы с вами находимся со мной дома. Утро, понедельничек. Вышла прогулочку сделать с Элечкой. Вы послушайте, что творится на улице, да? Еще нету и 6 утра, а птички уже прославляют Господа. Это, конечно, супер. Я вот пару дней дома, и это невозможно спать с утра. Они вот так кричат. Просто такое переливание голосов. Прогулочка маленькая. У нас уже восход должен быть. Там красивый. У нас с этой стороны дома восход, а с этой стороны получается закат. Но закат я не вижу, потому что там деревья, дома. А восход всегда наблюдаю, даже с кухни своей всегда видно восход солнышка. Сейчас пойдем посмотрим, потому что уже должно быть. Должно быть. Я сегодня выезжаю в рейсик. Еду я на Ford Dodge Iowa, а потом забираю груз. Когда разгружусь, забираю груз и еду на... штат Джорджия. Так что да, начинается восход солнца, наблюдается красотень небес вот там вот. Ко мне приезжали вчера родные, провели время хорошо вместе, пиццы покушали. И как-то так. Все проходит быстро, поэтому уже и время. Время ехать опять в рейс. Кажется, только домой приехала. Уже опять надо выезжать. Давненько я уже не снимала возле дома своего, да? Еще темновато, конечно, Элю плохо видно. Но, тем не менее, немножко дам вам послушать эту натуральную музыку, как говорится, птички. Птички. Вчера вечером с сыном поехали, короче, гости уехали, сын мне говорит: мама, надо поехать машину забрать, какую-то машину нашел себе на каждый день, типа, а может и не на каждый день, может он ее перепродаст, 12-го года, говорит, поедем, говорит, заберем машину, тут 30 минут ехать. Ну, поехали, забрали машину. Он ее сторговал,
за $280. Сейчас пойдем покажу вам, что он приобрел. Машины в Америке вот как велосипеды, это просто вообще ни о чем, да? Иногда человек просто купил, да и купил. Новые машины, они дорого стоят. А уже когда поездит человек, она цену теряет. Но я знаю, что в Европе машины очень дорогие. Ну, в нашей Европе, советской, бывшей, постсоветской, да? Пойдем посмотрим, что за машина за $280. Элечка. Фас. У меня в доме еще темно, естественно. Так. Вот гараж. У меня здесь он вытащил сидушки, потому что чистил. Чистит хорошо, почистил карпет там все. Но сидушки вот такого состояния, как диван, кожаные. Вот. Это наголовник сюда, да. Так, вот такого состояния машина, значит. Это просто птички покакали. Покакали птички. Литые диски. 12-й год. Impala. Chevy Impala. $280. Приехали, мужик говорит. Он такой молодой, как мой сын, наверное. Годами. Говорит, забирайте, потому что она мне просто не нужна. Она, говорит, стоит. Уже сколько, говорит, я ей подкачиваю только колеса, потому что стоит. И постоянно надо подкачивать колеса. Так что вот такое возможно купить за $280. Марк говорит, мама, я ее сейчас почищу, приведу в божеский вид, практически не влагая денег, говорит, могу продать за 2,5, если захочу. Но он хочет ее оставить на работу. Гонять по месту, на работу, короче, он такой человек, что он говорит, мне не надо новые машины. Так что, как-то так. Ладно, друзья. Не буду затягивать долго видео. Свет включить. Сумку собрала уже в дорогу. С едой. Кофе меня уже ждет на кухне. И еще здесь куча всякой всячины. Покушать надо с кофе. Красанчики. И будем начинать свой день. Всем добра и мира. И всем пока.